Эльвира, насколько сложный сегодня получился матч именно для вратаря? Ну, я не могу сказать, что он был определенно какой-то сложным. Мы, в принципе, к чему готовились, в принципе, то и происходило на поле. Просто отдать должное надо команде Дании, которая сегодня забила свои моменты. Я думаю, что попроси еще девочку попасть в девятку. Я думаю, она, наверное, не попадет, по крайней мере, не с первой попытки. Ну, хорошо играли, очень радует. Все равно прогресс налицо у нас, и немножко физически, наверное, не хватило нам. А конец сезона, я думаю, допускаю момент такой, что мы просто подсели где-то 65-70 минуты, немножко нам не хватило физически, концентрации за счет этого ушла, и вот эти отскоки, добивания, в принципе, что имеем, как говорится, то имеем. Датчанки очень сильны в стандартах, сегодня так и получилось? Ничего нового, скандинавские команды все так играют, поэтому ничего нового для меня не было, ничего удивительного, какого-то прям сверхсложного для меня. Я люблю играть на выходах, и, в принципе, как бы, я думаю, что я, наверное, им сегодня создала проблем. Больше, чем любая другая команда, с кем они играли. Тем не менее, вот первый год получилось так, что немножко не добрался до мяча. Что там случилось? Не то, чтобы не добралась, в голову кулаком сыграла, мяч отскочил. В общем, ну такое. Что позитивного было в сегодняшнем матче, несмотря на то, что проиграли? Не боялись контроль мяча. Первый тайм очень шикарно, очень. Самим понравился. Я говорю еще раз, опять же, как бы, ну, мы можем играть с любым соперником на равных. И сегодня мы это как бы продемонстрировали. Будем работать дальше, чтобы выдерживать 90 минут и играть так два тайма. Как тебе сегодня атмосфера на стадионе? Шикарная атмосфера. Это и есть футбол. Очень приятно играть при полных трибунах. Классно. Спасибо.